Решать проблемы и помогать. В преддверии 31-й годовщины Чернобыльской катастрофы в областном департаменте социальной защиты встретились герои-ликвидаторы, представители местной власти, предприятий и общественных организаций. Обсуждали вопросы, которые касаются оздоровления, пенсии и льгот. Самые наболевшие вопросы поднимались. Здесь вопросы – это больницы, это лечение, это оздоровление. Вторая категория лишена всех льгот. Оздоровления нет, в больницах лекарств нет, палат нет. Чернобыльцы второй категории, допустим, второй и первой категории, ну, 2000 пенсий. Что за 2000? Сильно оздоровишься, сильно ты лекарство возьмешь. Участники мероприятия уверены, эти вопросы нужно решать на государственном уровне. На встрече ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС вручили грамоты и подарки. Комбинат «Запорожсталь» выделил 10 тысяч гривен на приобретение мобильных телефонов. Их вручили активистам организации, которые также оказывают поддержку участникам аварии. Комбинат «Запорожсталь» всегда поддерживает и будет поддерживать ликвидаторов Чернобыльской аварии, так как мы знаем, что эти люди вложили непосильный труд на ликвидацию крупнейшей в мире техногенной катастрофы.